наша компания Automated System была организована как инжиниринговый проект, который был предназначен для российского рынка в рамках работы с компаниями по переработке и производству изделий из полимерных материалов. Наша компания занимается поставками оборудования для переработки пластмасс, начиная от периферийного оборудования роботов и заканчивая сложными системами, такими как термопласт, автоматы, линии экструзии, гранулирования. Используя наш многолетний опыт взаимодействия с российскими производителями, российскими компаниями, совместно с технологиями Изуми, мы разработали специальную линейку совместного бренда Изуми Алгоритм. Данная линейка, она не просто соответствует всем стандартам Изуми и машинам Изуми, она превышает их. Те опции, которые для многих компаний и западных, и американских, и других рынков включены не как стандартные, а как дополнительные, у нас входят в базовую комплектацию. И наши машины адаптированы именно под российский рынок. Сделан специальный перевод для панели КЕБА, та панель, которая используется на большинстве термопласт-автоматов многих компаний. И это все позволяет использовать оборудование наиболее эффективно и экономично.